Виноват. Ситара, Джош? Скажите, это ведь не то, о чем я думаю. Маркус, ты слышишь? Да, теперь да. Меня троллят. Наш сервер взломали. Лучше бы тебе вернуться. Сейчас я тебя устрою. Хакеры будут искать террористов для ФБР? Похоже. Конечно.
конечно, Лени. Граждане мира, минутку вашего жалкого внимания. Децек, Децек. Кучка спамеров, затаряющих ваши фиды. Спасители свободы вашей воли. По факту, обычные кулхацкеры, которым надо, чтобы на них дрочили. Ну все, хватит. Я преподам Децек урок. И Децек, считаете, что я не смогу убить вашу систему? Ну что ж, позвольте мне представиться. Это ведь фигня, правда? Это фигня. Скоро избавимся от котиков. Джош брутфорсит криптоключ. Да заткнись ты! Так, ладно. Будем воевать? Еще бы, не позволим этим троллям в наглую нас сливать. Дедсек так просто не сдается. И что? Какой смысл в этой войне? Все равно они нас залочили, это ничего не меняет. Они здесь! Да ну нахер! Слушайте, Прайм-8 нас не остановит. Давайте без нервов. Итак, Прайм-8 продают эксплойты всем, у кого есть бабло. Да, сраное правительство, Блюм, Нудл, даже гребаные террористы. Сыны Рагнарёка. Что? Ну да, сыны Рагнарёка. Они продались сынам Рагнарёка. Надо как можно больше узнать об этой банде и их операциях. Мы не прогнемся ни под кого. Йо, Джош, ты чего, а? Это война. Пусти. Запущу сообщение по своим каналам. У них наверняка куча врагов. Они дадут нам инфу. Туда, где солнце не светит. Чините Кики, а я поболтаю с Лени. Знаешь, где она? Она часто тусит в том клубе в Кастро. Знаю его. Есть минутка? Да, что хотел. Я тут просматривал алгоритм, который мы достали в Нудл, и с ним что-то не так. Результаты не верны. Хочешь, чтобы я взглянул? Да, если можешь. Считай, готово. Ага. Черт. Оу. Ага, я не специально. Нет. Ну, говори чего-то. Не, ничего. Да ты что? Ой, пардон. Нельзя просто так взять и ты. Не стоит. Да, крутяк, шикардос. Вставляем чип. Погодь, я тащусь. А, апсосик пришел. Ну? Сколько карманных хакеров тебе помогало снять мой неснимаемый лог? Благодарность всем причастным. Ну, я могу попросить вежливо? Или просто отдашь ключ, и я пойду? Что?
Это вирус-вымогатель, чмо. А что нужно-то, а? Короче, сделайте этот свой идиотский ролик. Надо же, ты нас фоловишь, не знал. О, небось хотите, чтобы пролы вас обожали? Хер вам по всей морде. Черт! Я хочу публичную трансляцию, где сказано, что ДЦК недостойны даже 5 секунд внимания общественности. И поживее. Поплачьте там. Это все? Угу. Пока. Но любой факап. И полетят головы. О! Да. А точнее имена, личности. Натурально, кто есть кто. Дрыщ. Черт, похоже, у нас нет выбора. А. Шагай. Учись. А пока давай, беги и сделай мне видос, который я хочу. И? Что она хочет? Видео, на котором мы на себя клевещем. Да пошла она. Мы напишем ей, что согласны, а сами ударим с тыла. Сыны наняли Primate загрузить вирус в банкоматы. Банкоматы, вот оно. Они работают из своего штаба. В рондо-здание. Отправлю Гули туда на разведку. Встретишься с ним там. Что-что? Эй, Гули. Здорово, Ретро. Сыны наняли Primate взломать банкоматы? Сыны раньше пользовались сканером кредиток. Так, по мелочи. Но вирус, ради которого они наняли Primate, утроил их прибыль. Стопудово. Он считывает данные, отправляет копию Primate. Ни владелец, ни банк не знают об этом. А мы знаем. Да, мы знаем. И взломать этот код, расплюнуть. Прикинь. Как сыны разозлятся на линии Primate, если вдруг что-то пойдет не так в этой операции? В этом и суть. Это опасно. Не лезь на рожон, Гули. Ладно, чел. Удачи. Обожаю все портить.
Достал банкоматы. Надо их уничтожить. Как угодно. Мысль донесли? Я будто слышу крики благодарности всех жертв этого гнусного обмана. Лени пару кило сбросит, объясняя это сынам. А теперь к вам одни фанаты, супергерои. И измени мир вместе с Дэдсек. Но знаете что? Мы с вами срали в одном сортире, друзья. Мы знаем, как пахнет ваше дерьмо, прямо как наше. А я, как пьяная бывшая, которую хрен остановишь, и проще сказать, что она рехнулась. Но ничего, я понимаю, вы засунули голову в жопу так глубоко, что без дорогостоящих инструментов не вытащишь. Положитесь на
меня. Я ведь так люблю вас, детки. Хочу, чтобы навсегда, навсегда. Мамочка рядом. Ах ты грёбаный хомяк! Биомусор, сопля, говна кусок! Лени, ты прекрасна, когда злишься. Как понимаешь, видео не будет. А знаешь что? Как хотите, мне плевать. Вообще насрать. Мой вирус все еще у вас на сервере. Лени права. Кики не работает. Плевать, игры закончились. Найдем их нору и достанем дешифровщик. Похоже, у Праймейт есть бункер. Бункер! Неизвестно только где. У Лени есть RFID-метка. Найдем бункер через нее. Да, это возможно. Классно, вещу Лени. Поговорим как взрослые. Рэнч, ты со мной. Конечно!